кажется, что красить стены легко, но на самом деле это сложнее, чем вы думаете. Эй, аккуратнее, краска! Ой, я что, только что наступила в краску босой ногой? И что мне теперь делать? Вот что случается, если ни на секунду не отрываться от телефона. На самом деле, у меня есть идея. Возьмите длинный кусок малярного скотча и закрепите его над пятном. Теперь добавьте еще краски того же цвета с помощью губки или кисти. Когда закончите, уберите скотч. Не забудьте прикрепить новую полоску, когда начнете покрывать джинсы краской другого цвета. А теперь пусть сохнет. Фух, похоже, я закончила. Пора немного отдохнуть. Ох, как хорошо. Вау, Белла, когда ты успела сходить на шопинг? Зачем покупать что-то новое, если можно обновить одежду своими руками? А, краска еще осталась, так что можно покрасить еще что-нибудь. Новый день, новый рисунок. Эй, подруга, не возражаешь, если я тут порисую? Но сначала нужно все приготовить. О, привет, палитра! Ну и как назвать художника, который забыл помыть кисти? Как мне теперь этим рисовать? У меня сегодня нет времени сходить за новой. Эй, там что, ватные палочки? Интересно, они подойдут? Я возьму, ладно? Всего на секундочку. Эй, они мне вообще-то нужны. О, зубная щетка тоже пригодится. Итак, материалы собраны, я готова приступать. Для этого лайфхака вам понадобится белый лист и несколько палочек, завязанных вместе. Окуните их в краску. Если она неравномерно распределится, ничего страшного. Затем хаотично расставьте точки на листе. Возьмите еще одну палочку и окуните ее в другую краску. Если в этом море зеленых точек провести пару линий коричневого цвета, у вас получится красивое дерево. А с помощью щетинок зубной щетки можно реалистично нарисовать траву. Можно даже показать отдельные травинки несколькими отрывистыми мазками. Хочешь посмотреть мой новый рисунок? Вау, ты как Мане, только в современной интерпретации. И осталось самое последнее – найти для рисунка хорошее место. Потому что вам захочется смотреть на него постоянно. Смотри, куда идешь. Ой, прости. Потребуется вечность, чтобы это убрать. Я принесу швабру. А, что еще я могу сделать? Дай-ка мне эту штуку. Я точно знаю, что делать мне. Из швабры может получиться отличный инструмент для рисования. Смотрите, как создается магия. Налейте краску на швабру вот так. Отличный выбор цветов. Теперь приподнимите швабру, вращая при этом холст. Не останавливайтесь. Круто, правда? Мы еще не закончили. Ого, немного ли черной краски? Но если вы будете вращать холст очень быстро, получится настоящий шедевр. Посмотрите на эти переливы цвета. Руками такого не сделать. Да, нужно убираться почаще. Адам, у тебя сегодня творческое настроение? Да, с этой наждачкой можно сделать много интересного. Адам, спасибо, что подождал. Слава богу, уроки закончились. Эй! Похоже, Вики закупается в том же магазине, что и Лана. А я-то думала, что это уникальный цвет. Вот засада. Кажется, я могу тебе помочь. Только возьму наждачную бумагу. Готово? Пошли!
Вам потребуется наждачная бумага и трафарет. Нанесите рисунок на наждачку восковым мелком. Разложите футболку и положите на нее наждачку рисунком вниз. Положите сверху вощеную бумагу и прогладьте утюгом в течение пары минут. Готово! Лана, теперь у тебя уникальная футболка. Адам, твоя находчивость меня спасла. Может, еще что-нибудь украсим? Не нравится музыка, Оливия? По-моему, плейлист замечательный. Я за тебя рада, Клэр. Но лично мне ужасно скучно. Эй, что там происходит? Похоже, какое-то колесо. Эй, Клэр, посмотри туда. Давай попробуем. Я первая. Поехали! Думаю, тебе попался челлендж с ручкой. Сможешь угадать, что я рисую? Похоже на перевернутую букву «М». А это интересно. Что? Ты уверена, что правильно все поняла? Посмотрим, во что у тебя превратится этот элемент. Да это проще простого. Такое ощущение, что каждую линию Клэр Оливия рисует вверх тормашками. Что за странный рисунок? Вообще-то я за тобой повторяю. Ладно, извини. Поехали дальше. Как тебе такое? Чувствуешь? Тут она почти угадала. Ну что, давай сравним. Вау! Как будто мою собаку нарисовал Пикассо. Различие ощутимое. Бумага, оказывается, такая тонкая. Ну вот, мне кажется, или тут как-то прохладно. Вот, так лучше. Что дальше? И что это? Что нам делать со всей этой водой? Играть с ней, конечно же. Я попаду с первой попытки. Попробуй. Бум! Да. Дай-ка я тебе покажу, как это делается. Раз, два, три. С первой попытки. Легкотня. Сейчас посмотрим. Оливия, нужно немного успокоиться. Ты в курсе, что целиться надо не в Клэр? Сейчас будет по-настоящему круто! Ты что? Прямо в глаз! Извини! Какое давление! Невероятно! Как это вообще возможно? Да! Сегодня мой день! В этот раз получится! Наверное, прическа перевешивает. Да! В яблочко! А кто здесь победитель? О, да! Посмотрите на меня! Ну, хоть раз же должно получиться!